У предприятий Пинского района существенная сумма неустойки стали взыскивать через суд. Неустойка, говоря языком юристов, это штраф при невыполнении одной из сторон обязательств договора. К примеру, экономический суд Гродненской области востребовал с должника Сошнинского агро более 190 миллионов белорусских рублей. Руководителям сельскохозяйственной организации Пинского района в ряде случаев были заключены договора с завышенным размером неустойки. В последующем, учитывая довольно-таки тяжелое финансовое положение ряда сельскохозяйственных организаций, в связи с которым они не смогли своевременно расплатиться со своими непосредственно кредиторами, в последующем такой кредитор обращался в экономический суд, мог обращаться как с заявлениями о возбуждении приказного производства, так и в исковом порядке. Такие факты были и на других предприятиях агропромышленного комплекса Пинщины. Один из нюансов – СПК не использовали предоставленную законодательством возможность уменьшить сумму неустойки при взыскании ее в судебном порядке, а это большой ущерб для экономики сельхозпредприятий. В Пинский районный исполнительный комитет было внесено представление по всем фактам, которые были установлены Пинской межрайонной прокуратурой, непосредственно заключение договоров с размером неустойки явно завышенной, а также по всем тем фактам в ряде случаев, которые устанавливались при взыскании такой завышенной суммы неустойки с сельскохозяйственных организаций Пинского района. Кроме того, следует отметить, что в ряде случаев, когда кредиторы обращались с заявлением в экономический суд о взыскании суммы задолженности в порядке приказного производства, должниками в данном случае, которыми выступали сельскохозяйственные организации, не надлежащим образом используют предоставленное право по уменьшению сумм завышенный размер неустойки. Директор одного из предприятий Пинского района заключил договор купли-продажи на приобретение запасных частей. Пине предусмотрено за каждый день просрочки 0,2% от суммы товара. Но такие сделки крайне невыгодны. Несвоевременная оплата влечет слишком высокую сумму выплаты неустойки. Руководителей предприятий, которые не исполняют обязательства о бережном отношении к имуществу, привлекли к дисциплинарной ответственности.